Вот смотрите, вы упомянули Шнурова. Да. У него слов немного, но слова это, ну, в принципе, всем нам известны, и они, в общем-то, народом несут любимы. Смысл. Да, да. Вот вы считаете, что именно за счет употребления этих слов, я имею в виду ненормативную лексику, он рванул, или там что-то есть Нет. другое? Я считаю, что этот человек абсолютно попал во время. Это абсолютно герой нашего времени. Мне кажется, он абсолютно попал в офисную аудиторию. Он во всех попал. Он его многие песни. То есть вы имеете в виду, что офисный планктон — это основная его... Но это люди, которым нужен вот этот выход после 5 дней в офисе, когда они вынуждены быть корректными, толерантными с начальством, с коллегами, писать письма, отвечать на письма. И вот они выходят, и им хочется сказать все, что говорит Шнуров. Но при этом, я говорю, это не только в офисный планктон, и он попадает и в меня, и в кучу моих друзей, потому что это заразительно, потому что это ярко, потому что за простыми словами очень часто скрывается и глубокая философия, и протест, и все на свете.